Ну что ж, и в красном углу ринга Сенин Вадим. Внимание на экран. Здравствуйте, меня зовут Сенин Вадим. Я занимаюсь в спортивно-патриотическом клубе «Ярополк» уже 4 года. За это время я достиг немалых успехов. Я стал чемпионом Москвы и Московской области по рукопашному бою, также по смешанным единоборствам. Хочу выразить благодарность сотрудникам антитеррора «Альфа» за их подвиги. Скажи, а ты считаешь себя самым красивым? Да. А кто занимает второе место после тебя, если брать всех спортсменов, инструкторский состав? Ну, думай. Думаешь? Илья Сергеевич. Илья Сергеевич. То есть ты первый, а Илья Сергеевич второй? Да. Понятно. Ну что ж, ваши аплодисменты. Вот такой вот у нас веселый, интересный интерактив, чтобы, так сказать,